В селе Байдулино Теренгульского района нет газопровода, поэтому все дома отапливаются с помощью печей. В зоне риска находятся многодетные семьи. Чтобы обеспечить пожарную безопасность в их домах, сотрудники пожарной охраны, Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ульяновской области и специалисты Россоюз Спаса навестили две такие семьи. Специалисты проверили состояние печей и дымоходов, дали рекомендации по их эксплуатации и раздали красочные памятки по пожарной безопасности. С помощью специального прибора печник провел диагностику тяги дымохода печей. Между ними оставляет воздушный промежуток, отступ на всю высоту. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент. На полу перед топкой специалисты прибили металлические листы размером 50 на 70 сантиметров, как того требует правило. А начальник Теренгульской пожарной части Александр Дмитриев рассказал детям и их родителям о правилах пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Лилиана Рахматульна, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.